Оглушительный эффект, в буквальном смысле слова. Вибрирует не только сам бупер, но и окна. Первая машина, первая сходка по склу. Первые впечатления, первый автозвук. Уже далекий 2010-й, тогда и засосало. Стасу стало мало. Жиги с салона, семечки черного цвета. Диски, посадка, тонер, все по этикету. Моноблок, багажник, наклейка на торпеду. Первый сандаль, первая победа. Первый видос, канал на YouTube. Автозвук по городу, просмотры прут. Камера готова, парни выезжают. Жгут бензин, по МСК музыку валят. Следуй за этой колонной. Будет возможность посидеть в салоне. Ты улыбнись, тебя снимают пацы. Покажи на басуху реакцию. Дело без музла, это не то. Камбэк, 4 пятнахи сунул в гроб. Окружил себя нужными людьми. Так появилась команда Street Bass Team. При помощи ребят, при поддержке семьи. Открыл на Владыке на студию и магазин. Перед финалом эмо пропал результат. Упс, все потому что тазик порвало по швам. Замотал машину скотчем, помогло. Теперь Станислав чемпион. На всех соревах, после замеров. Крути громкость так, что система в пределе. Ты улыбнись, тебя снимают паца. Покажи на басуху реакцию.